Начнем обо всем по порядку. Касым-Жомарт Токаев принял президента парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарету Седельферт. Стороны рассмотрели ключевые вопросы повестки предстоящего международного форума «Астана», а также обсудили актуальные вопросы региональной и глобальной повестки. Глава государства отметил, что этот визит важен с точки зрения укрепления взаимодействия Казахстана с парламентской ассамблеей по безопасности и сотрудничеству в Европе. В свою очередь, Маргарета Седельферт выразила поддержку проводимым в Казахстане реформам и отметила, что с особым интересом наблюдает за ходом трансформации основных политических институтов.